Привет, ребята. Обзор еды. Как можно сэкономить. Покупаю всякую дешевую продукцию. В сетевых магазинах на самом деле все дорого. То, что когда-то, может быть, было сначала там ленты. Огромный магаз. Пришел туда, купил что-то дешевое. Сейчас почти что там ничего такого не осталось. В общем, к делу. Маленький магазин я нашел. Так, видно. Вот такое яблоко, сорт типа Гренни Смита, 39 рублей. В магазине рублей 80. Причем я видел точно такие же. Вот такие мандарины. Так. Ага. 35 рублей. Ну, там надо выбирать. Каждый второй мятый. Но выбрать можно. Вот он. Мятый такой, короче. Ну, в магазине, в Перекрестке тоже лежит куча мятых тухлых апельсинов. И последняя. Груша. Забыл, сорт, конференц какая-то, ливанская, ливийская, ливанская. 120 в магазине, в любом 60 рублей вот это. И дефектов нет вообще. У нее дефект. Вот этот. Так. Понимаю. Что такое? О, вот эта верхушка сохнуть начинает. Но она не гнилая. Вверх просто он начинает сохнуть вот здесь. Если бы было бы гнилое, то мягкое и воняло бы. Вот, гнилое, конечно, не надо покупать. А, цену я сказал. 60 рублей. 60 рублей груша зимой. Зашибись. Ну, в общем-то, все. Единственная опасность вот с такими мандаринчиками. Они прикольные, сладкие, но если пропустишь, он будет там высохший, сухой, либо гнилой. Очень внимательно надо выбирать. А в магазинах нет такого. Ни в Перекрестке, ни в Ленте. В маленьких магазинчиках все-таки можно купить кое-что. Но их все почти что поубивали. Все, пока. Подписывайтесь, ребята. Ползайте по всяким маленьким магазинам, там ищите, экономьте, пояса подтягивайте.